И позвольте, паки, снова поздравить всех вас с праздником Светлого Христового Воскресения с Пасхой Господней. Нет больше праздника на земле, как воскресение Господа нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя, ибо смертью смерть поправ, совершил победу жизни над смертью. И мы сегодня ликуем и празднуем этот святой день, Пасху Господню, воскресение нашего Спасителя, ибо Он через страдания, через свое воскресение спасает род человеческий. И мы сегодня благодарим Господа и просим и молим, чтобы Он не оставил нас милостью Своею, чтобы Его светлое воскресение воскресило бы наши души, наполнило радостью о воскресшем Господе, радостью о том, что каждый человек будет жить вечно, имеет такую возможность. И мы сегодня благодарим Господа за все Его благодеяние, за великую любовь к падшему человечеству, ибо Он пришел спасти именно не праведников, а грешников, падшее человечество, вернуть в лоно своего Творца. Еще раз всех с праздником! Пусть Господь хранит всех здравием, долгоденствием и благополучием, и будем усердно трудиться над тем, чтобы этот светлый праздник, его сохранить как дольше в нашем текущем году, чтобы меньше мы грешили, чтобы больше делали добрых дел. Таким образом, действительно, мы будем духовно возрастать и встречать Господа в следующий год, как Господь даст нам здравие, как мы трудиться будем, как будем Его просить, так Господь и даст. По вере вам, да будет вам. Их узнавайте по плодам их, сказано в Евангелии. И вот какие наши плоды будут добрыми, значит, и добрая наша жизнь будет протекать в этом году, и будем ждать следующего, не так с года в год, моля Господа, чтобы Господь неотступно пребывал с нами. Храни всех Господь, Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, сердечно вам благодарим за то, что вы все-таки в эти светлые дни действительно разделили радость евхаристического общения, потому что Евхаристия очень важна, она соединяет, укрепляет. И мы рады, что мы сегодня совершили эту Евхаристию в этом храме замечательном и вместе с своим правящим архиереем. Конечно, хочу еще преподнести скромный подарок в честь Пасхи от нашего прихода. Библейскую, так сказать, историю с буквами «Христос воскресе», с пасхальной радостью, что действительно для нас Евангелие является очень важным. Пускай эта память о нашем приходе будет навсегда в виде этой книги. Многое лет вас. Спаси Господи. Сердечно благодарю вас за добрые слова и за общие молитвы. Пусть хранит Господь нас в здравии и благополучии, в молитвенном общении. Будем молиться друг за друга, да так и исцелеем. Другого пути у нас нет. Господь говорит, что узнается ученик мой, тот, который имеет любовь между собою. А если не будет любви, значит и познания с Богом не будет. Это самое главное, чтобы было, между нами была любовь, как Он заповедал Своим ученикам и через них всем нам. Дай Бог, чтобы любовь царила в этом мире. И сегодня можно с уверенностью сказать, что если бы было меньше любви в мире и добрых дел,
то мир бы не смог существовать. А мир живет, существует, потому что все-таки преобладает мир и любовь в этом мире. Дай Бог, чтобы она укреплялась и усиливалась, и распространялась все больше и больше, чтобы тот мир и любовь, о котором Господь заповедал своим ученикам, а через них и нам, царила между нами. Храни всех Господь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Причастников поздравляю с принятием крестовых тайн. Возблагодарим Господа. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!